Видно. Пушка. Карабелла, блядь. Как вам кроссовки? Мне кажется, 6 тысяч это такие, ебать, взрывные, блядь. А зачем меня попускать, Вадя? Да не, я же в шутку. Ну ладно. Я хоть раз, блядь, пошутил, ёпта. Хуета, хуета, говно, фу. Вам не нравится? Капец, капец, красиво. Мне кажется, вот эта штука сделана очень прикольно. Фу-фу-фу, блядь, ты сейчас. Фу-фу-фу, блядь. Ну а что, они красивые, реально? Посмотри, мне кажется, фу-фу. Прикольные. Ебать хуйта, слышь, Вадя, бля, возвращай обратно, нахуй, по чеку, блядь. В смысле, я не покупал? Да шутка, шутка, блядь, вообще нахуй. Все за юмор, блядь, уже не выкупаешь, блядь. Дмитрий Ликс, нахуй. Я не выкупаю, блядь, да, мне. А вот эти вот, короче, чуваки. На хуарачи похожи немного. А вот эти чуваки. Кто похожи? Какие-то чисто торпеды, ебать. Вот просто торпеды, блядь. Томата торнадо, нахуй. Не, слышь, ну мне, кстати, мне нравятся Аэропресто кроссовки. А вот эти, ебать, смотри, нахуй. Просто какие-то взрывные, блядь. Ну, эти лучше, чем прошлые. А вот эти вот как вам? Вот эти вам не понравятся, да, наверное, блядь? Не понял, блядь. Это для бустера, это для бустера. Не понял, в смысле, блядь? Вы чё нахуй ржёте, блядь? Вы чё, охуели? Вы чё, ебать, вообще охуели? Ну и говнище. Максимальный буст. В смысле, блядь, вы чё? Вы чё, вообще, ебать? Вы чё, ебать, вообще? В смысле, кал, блядь? Говнище. Бля, прошу... Не, они прикольные, они необычные, скажем так. Прошу прощения, это самый необычный кал, который я видел, блядь. Ну такие, по крайней мере, ни у кого не встретишь. В смысле, блядь? Это охуенный кроссовки. Посмотрите, как они выглядят на ногах, ебать. Такие ни у кого не встретишь, как вот этот скин, блядь, смотри у меня в игре, блядь. Чуваки, вы чё, они охуенно выглядят? Вы чё, ебать? Такой же необычный, блядь. Вы чё, нахуй? Ну нет, если подкинуть спортивочки, их надеть чисто так, на спортивном, скажем так, стиле. Смотри, ебать, это же торпеды, ебать. В смысле хуета, блядь? Shut up and take my money. Ты пообещал добавить меня в друзья. Вадя, не успокаивайся, заказал хуйню, но заказал. Нет, я не заказал. Когда долбоебы нахуй ебаных шузах нахуй ходят, блядь, с 2006-го, блядь, и выебываются. Вы чё, блядь, бустер, ты так хуёво в этом скине играл, блядь, чел. Может, ты уберёшь? Да я убрал, я пошутил, я чтобы показать, что такой уникальный, блядь, необычный. Ебать, ну, в этом тоже ты, конечно, конченый, пиздец. Слушай, если честно, я вообще в любом скине хуёво играл, блядь. Мы чё, без скина, что ли, играть теперь, нахуй? В дефолте. А что? Да, челы, блядь, вы такие, конечно, уёбки, это пиздец. Да не, изики охуенные, блядь, ну это самый, это вообще самый топовый изики, нет, блядь? Какие изики, блядь? Про которые ты, блядь, в Инстаграм залил. Ты чё, долбоёб, при чём тут изики? При чём здесь, блядь, нахуй, сова, блядь? Сыр! А я думал, а сова, блядь? А Симферополь! При чём здесь ёбаный сыр, блядь? Который у тебя в спине, блядь? А что ты замалчиваешь, блядь? Объясни, ну хай ты его повесил, блядь. Чтобы тебя триггерить, дебила, блядь. Алло, кастомы, блядь, какие кастомы, пацаны, FSL, блядь, через какие кастомы, минут? Блядь, через 45 минут FSL мы готовы разъебать жестко, нахуй. Ну как жестко? Там как пойдет. Настрой жесткий, по крайней мере. Мы, блядь, готовы, нахуй, жестко, блядь, ну а там как уже. Блядь! Чё это за хуйня? Это старые кеды же, блядь! Чё это за хуйня, блядь, слышите? Это же старые кроссовки, блядь, уёбские, у нас такие на рынке продав... Фу, блядь, кто это... Фу, 10 тысяч, блядь! Есть сейчас чел, который ходит в таких кроссовках? Есть сейчас чел? Есть долбоёб, который ходит... Это что, перевыпустили кроссовки? Фу, блядь, кто это купит вообще? Какой дебил это купит? Это настолько старое, посмотрите, боже! Вот это вот... Ёб твою мать, 10 тысяч рублей за старую обувь с 2001-го, нахуй. Причём реально ничего не поменялось. Они типа, они раньше, по-моему, были типа тканевые, а сейчас они типа якобы кожаные. Хорошо. Все, что поменялось. Чел, они уёбские, такие уёбские. Так а почему они такие дорогие? Не знаю. А что с фирмой Фила? Вообще, что с фирмой Фила? Почему они делают кроссовки, как будто на войну, блядь? Потому что, блядь, был приказ от полковника Бустеренко, блядь. Что с фирмой Фила, блядь? Не просто чисто, блядь, чисто интересненько. И фирмой Пума, блядь. Что, блядь, с этими... Они, блядь, что, нахуй, заболели, блядь, или что? В отпуске.
Не, просто интерестинг, нахуй. Просто вот. Просто интерестинг, блядь. Это чё, блядь? А, это какой-то закос, блядь, слышите? Шо вот это, блядь, за миска с варениками, блядь? Шо это, блядь? Я со стороны выглядел. Шо это, блядь? Вареник сзади, покажи их сзади, стой, стой. Хинкали чисто сзади такие. Хинкали, блядь, смотри, а смотри, как спереди. Чел, смотри, как спереди. Валенки такие ебаные, валенки. Понял, такие чисто, блядь. Бля, чел. Я просто, блядь. А вот это что, блядь? Вот это а что? А смотри, что в чате пишет. В чате пишет, пушка, имба. А вот это что? Максине. А вот это что, блядь? Вот это охуенный, блядь. Это для, знаешь, для маленьких ростом, блядь. Ебать подошва, слышь, чисто по говну, блядь. А это, слышите, как будто этот, как Баленсиаги, да? Или мне кажется? Где, вот это? Не, кажется, если да? Это, если это Баленсиаги, нахуй. Не, как будто спижено немножко. То каравай бодибилдер, блядь. Все сходится. Да, блядь. Баленсиаги, блядь. Да нет, какие-то, блядь, забей. Ну, дешёвые Баленсиаги. Баленсиаги за 9900. Блядь, как же мне просто... Мне так раздражает, блядь, искать игру. Это просто пиздец. Не ищите игры, пацаны, блядь. Пусть они вас ищут, нахуй. Пацаны, если жизнь — это игра, блядь, то я в ней главный босс. Ты долбоёб в ней, нахуй. Ты мне кнопка выйти, блядь. И главный босс, блядь, тоже. Если босс, то только босс хуесос. Не понял, что, блядь? Да и что-то, слышь, я что-то тоже не понял, блядь. Слышь-то, я что-то, походу, этот... Подожди, я нашел, слышишь, я нашел тебе ортопеды. Блядь, бустер, пожалуйста, вот когда ты будешь миллионером, блядь, купи вот такие, блядь, и просто ходи, нахуй. Старичок, просто ходи, блядь. Ты сейчас показываешь кроссовки, которые я себе никогда не куплю, да? Нет, просто вот купи вот такие вот и ходи, как по волнам. Представь, что ты просто бог, ты идешь просто по волнам. Бля, они очень странные, блядь. Чел, они просто охуенные. Я нашел для тебя кроссовки! Слышишь? Чел! Чел! Давай, смотри, блядь. Ты смотришь? Да, ну я сижу, естественно, блядь. Супер уёбок, просто. В смысле, модель так называется? Я понял, блядь. Чел, просто... Бля, как же это нелепо. Ты чухан ебаный, бреешь, маскуй тебе эти кроссы подарить. Ты подаришь мне эти кроссы? Сколько стоит? Брат, цена... 3000, чел! Да, подарю, если приедешь. Всё, блядь. Легко, блядь. Наебал на кроссы, долбоёба. Ебал на Москву, долбоёба. Ты ещё слышишь, и ты слышишь, ты все три дня должен будешь них изгонять. Чел, я бы не ходил, мне похуй. Там Супермен, блядь. Ты, блядь, в Москву приезжай, и футболку ещё подарю с таким значком S, блядь. Подожди. Лучше футболку Джек Дэниелс, шаришь? Либо Кока-Кола, блядь. Чел! Футболка Джек Дэниелс, это же такая хуйня. В смысле хуйня, у меня такая футболка? Бустер, слышь, Бустер, я нашел тебе кроссовки. А, мы летим. Бля, чел, мы летим. Куда идем с пейточком, большой-большой секрет. Мы летим на склады, там три уёбища туда падают еще. Сейчас мы их попустим. А я, кстати, вот смотри, сейчас столько будет людей, это пиздец. Сейчас же как раз шкалатроны приходят, понял? А, у меня пинг, только у меня пинг 90, только без лозов. У меня 61, брат. У меня тоже 60. Сервак хуёвый, да, значит. Ну, лозов у меня уже нет, это хорошо, это самое главное. 96, нахуй. Оливер, для меня кроссовки, ну, типа, стали, не, ну, не, типа, не просто обувь, блядь, знаете, типа, я их покупаю, потому что мне это доставляет большое удовольствие. То есть, типа, понятное дело, огромное количество пар, вообще, типа, ну, то есть я надену там один раз, блядь. Они не упали, слышишь, нами достали, блядь. Так с нами нет, по-моему, вообще их. А чё, ты всё подобрал у меня, спиздил? На ямку, брат. Я думал, меня так сильно лагает, слышишь, что у меня ничего не подобралось, блядь. Чел, скинул. Вот тут чел. Да, я думаю, я даю ещё. Я просто самый косой человек в мире. Подлагит. Бля, конечно, пинг пиздец ощущается, как 90. У меня есть банка лишняя и ямку сейчас. Чек сплэш у меня есть. Мне похуй, я убью чела. Ты дотал его за ним там? Я его не вижу. О. Я его не убью, походу. У тебя куча пиздатых кроссовок, но ты одежду не умеешь подбирать. Понял, блядь. Нового стилиста, блядь. Ты хейтер, блядь.
Еще М-ка. Три. Откуда ты знаешь, что как я подбираю одежду, если у меня нет фотографий нигде вообще сейчас новых никаких? С одеждой, блядь, потому что он везде без одежды. Вадя везде, везде без одежды. Я чисто изики нахуй беру, блядь, надеваю и чисто... Вадим, Вадим, Вадим. И в трусах, слышь, блядь. У меня пинг охуенный, да. Спасибо, ты такая... Не одна катка пинг, это 60, одна катка 20. О, у нас робот упал, может разъебем кого-нибудь?